Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике покажу еще одну квартиру, которую сделал. Квартиру делал 4 месяца. Была полностью сделана отделка мною. Электрика переносилась вся. Добавлялся теплый пол. Добавился интернет, антенны. Так, ну двери как бы не я делал, установщик делал. И натяжные потолки везде. Ну, квартира как бы еще не совсем готова. Там осталось еще что установить, вот эти вот там Wi-Fi подцепить. Так, это у нас коридор получается, такой большой коридор. Светильники повесить, еще не повешен. Ну а так, в принципе, уже почти готово. Так, это у нас идет спальня. Обои-компаньоны. В принципе, тут везде обои-компаньоны по квартире. Потолок везде натяжной, везде наклеен багет и покрашен. Светильники еще осталось установить. Люстры, там светильники. Порожки гибкие. С перехода на ламинат и кафель. Пол здесь везде в один уровень. Так, это у нас туалет. Кафель везде шахтинский. Шахтинская плитка. Переход с кафеля на кафель. Мойка. И зеркало. Тут без светильника она. Два точечных светильника, вентилятор. Сантехнический лючок. То есть вот тут доступ. И для унитаза. Получается, вот здесь тоже открывается, там тоже вентиль, чтобы отдельно унитаз перекрыть. Далее ванна идет. Довольно большая такая ванная комната. Также шахтинская плитка. Подвесная мойка. И здесь спрятаны были трубы в короб. Сделан выключатель и розетка. Выключатель будет вот здесь, вот еще будет светильник. Вот здесь. Он такой удлиненный будет. Потолки натяжные. 5 светильников. С полотенчиком тут, с сварщиком пришлось повозиться, потому что как бы только-только он входит. Плитка, вот везде углы запилены под 45. Ванна обычная, железная. Тут заморачиваться хозяева сильно не стали. Водонагреватель. Здесь еще будет стиральная машинка потом. Ну а здесь еще потом будет закрываться, не знаю, или пластиком еще, или кафелем, но это уже видно позже. Ну и здесь пока
Что-то они стали подрезать экран, хотя, наверное, было бы все-таки лучше подрезать экран прямо под кафель. То получается все-таки небольшая щель. Ну, посмотрим, может быть, в дальнейшем. Хочется подрезать. Все, идем дальше. Да, на полу тоже кафель. Кафель, по-моему, тоже шахтинский. Это у нас зал. Также обои компаньоны. Выход на балкон. Балкон тоже там пол подливал маленько. Здесь сделали кафель. Кусочек. Так, ну, тут, в принципе, особо. Далее детская. Вот такие вот обои детские. Со светильниками. Там будет потом компьютерный стол. И вот сделана розетка под интернет. Ну, интернет и розетки. Три штуки, чтобы удобно было. Углы тут были просто ужасно кривые. То есть, ну, тут вообще квартира была очень, как сказать, все было очень-очень криво. Ушло 270 мешков ротгипса. Вот здесь квартира 100 или 110 квадратов. Просто было так все ужасно криво. И когда оговаривали, ну как бы сразу хозяин сказал, что это тут очень много уйдет материала. Но если выравнивать не будем, то тут, конечно, все будет видно. Вот, допустим, вот на вот эту вот стенку, вот где дверь, на нее ушло только с одной стороны 8, по-моему, мешков вот гипса. Ну, сейчас зато вот видно все, все ровненько. А если бы это ничего не выровняли, то бы это все бы показало на плинтусе, на кафеле. Вот багет. Все бы было вот так вот, криво, косо. Двери, ну то есть двери вообще, они бы сразу, вот эти вот все щели бы, все бы было видно. Тут просто бы ужас какой-то, там по 5 сантиметров завалы. Ну, застройщик сам привозил материал, потому что я сразу сказал, что какие-то ГОСТы у них все-таки есть. Ну, оказалось, что 1 сантиметр на 2 метра перепад. Ну, а тут, как понятно, больше было. Поэтому застройщик сам все привозил. Ну, тут теплый пол сделан, розетка, выключатели. Тут темнушка. Тут ничего интересного. Вот кухня. На кухне также кафель. Такка сделана прямая. На потолке здесь частично гипсокартон, частично натяжной потолок. Там он сделан под телевизор, также под антенну, интернет. Установлен гарнитур. Кафель на фартуке, вытяжка. Вот здесь будет, так скажем, рабочая зона, а дальше будет стоять стол, обеденная как бы зона. Это вот за вот этим вроде как столом, там еще будет стол уже где обедать. Ну а здесь как бы типа как стойки что ли, бабы, возможно еще. Здесь также сделан вот как раз где вот это вот пятно кафеля, теплый пол. Там не хватило уголка на плинтус. Такой P-образный потолок, по нему уходит вентиляция и уходит туда. Ну вот видно, что все, все стенки ровненькие, углы все ровненькие.
То есть, что тут до этого было, конечно, ужас. Хотя в подъезд выходишь, сразу видно по стенам, что просто все криво. Не знаю, как застройщик все это сдал, конечно. Ну как, за деньги, наверное, понятно, что все схвачено, как всегда. Ну, в общем-то и все. Заходите на мой сайт евроремонт.ру и на мой канал, где я показываю видео вот, по ремонтам, по отделке. Также как делается ремонт. Потолки из гипсокартона как делаются. Как наклеивать кафель. Ну и так далее. До свидания.